я не могу перестать снимать, да. Видео какого-то такого сакрального смысла лишены. Я не снимаю какие-то замечательности. Просто то, что происходит вокруг, весь этот Манхэттен, вот. Просто все это, вся вот эта живость, весь этот живущий город. Я хочу как можно больше материал об этом. Потом когда-нибудь я на это смотрел. Я, конечно, у меня, честно, разбегаются глаза. Я куда ни посмотрю, мне здесь столько деталей. Опять Бродвей, да? Так. С Бродвеем я жестко затупил. Я теперь понял, почему меня три человека отправили в три разных места. Потому что я никого не сказал, что Бродвей — это должен быть театр. Ну, правильно, улица Бродвей. Так, и тут до меня дошло. Если я иду по Бродвею, значит, я смогу сейчас себе на карте найти. О, еврейский флаг. Вы, кстати, видели бы, сколько здесь ортодоксов? Вот просто сумасшедшие. О, нет, это бык с яйцами, что ли? Блин. Вадим предупреждал, что тут где-то будет бык с яйцами. Его яйца надо погладить на удачу. Это он, что ли? Сейчас. Вон там. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Блин. Сейчас. Блин. Я понимаю, что это тупость, но раз уж на удачу. Раз уж на удачу. Вот он где. Вот он где бычара. Я не хочу. Ну ладно, на удачу. Господи, что я делаю? Удача, приди ко мне. Я это сделал. Вадим, это было для тебя. Подумай, мать.